Неприятности в буквальном смысле захлестнули эту девятиэтажку прямо посреди дня. Все случилось в половине первого, когда многих жильцов не было дома. На любительских кадрах видно, как из земли вырывается настоящий гейзер высотой до самой крыши. По словам очевидцев, вода фонтанировала около 15 минут. В результате ЧП так или иначе пострадали жильцы практически всех этажей. Больше всего досталось верхним. В квартирах повреждена мебель и бытовая техника. Удар пришелся в основном на 8-й этаж вместе с водой. Камни летели, видите, все стекла выбило, даже выбило снизу металлические ограждения. Такой фонтан бил, что на крыше было. Там видели булыжники, вот такие прям поднимал фонтан и бил вот в окна, на крышу забрасывал. Наряду с квартирами пострадали и деловые помещения, располагающиеся на первом этаже. Как рассказали прибывшие на место специалисты управляющей компании, поток воды вырвался из поврежденного участка трубы. В этом районе сейчас как раз идет опрессовка. Вызвали своих специалистов, которые ходят, составляют акты по нанесению ущерба, сообщили уже в тепловые сети, они уже здесь тоже находятся, тоже все это будет выплачено. Общая сумма ущерба будет известна позже, но так или иначе в управляющей компании надеются, что решить проблему удастся без привлечения суда. Екатерина Гаськова и Алексей Фризин, информационный канал «Город».